Губернатор края в своем твиттере призвал всех активнее поддерживать столицу зимних Олимпийских игр. Вениамин Кондратьев заметил, что Сочи стал уступать в этой гонке. Держались на первом месте, а сейчас на пятом. Остался день, чтобы проголосовать за Сочи на новых деньгах. Поднажмем все вместе, всей Кубанью. Проголосовать за символ на новых банкнотах можно на сайте твояроссия.рф.